Первое скрытое испытание и второй день ивента «Затерянные богатства». Привет, Катаны, с вами Накоджи. Сегодня нас ждут зоны поиска 3 и 4, а также первое скрытое испытание. Первая локация под Арауми. Два раза по 20? Это интересно. Два лучших спота подряд. Следующая зона у нас остров Йосиори. Я тут телепорт на твинке еще не открыл. А если снова вдоль дороги пробежаться? О, плюс 20. Все. И первое скрытое испытание. Вот и все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы получать больше полезной информации по Genshin Impact. Удачи в Тейвате. Еще услышимся.